Ребят, всем привет. Приехал на разгрузку. Город Казань, Бигитов, Экспресс. В общем, ситуация такая. Все, назначили ворота. Встал. Подхожу к охраннику. Охранник говорит, типа, читай, говорит. Я смотрю. Там написано, то, что в шортах не пускают. Пипец. Я в шортах как раз. Я не знаю, что делать, короче, там. Охранника, говорю, дайте, пожалуйста, говорю, свои штаны, говорю. Он говорит, ты что, нет, я не могу. У рабочих спрашивал. Ну, короче, очень жестко все. В итоге пошел стрелять у дальнобойщиков. А утро, считай, 3 часа, 2 часа ночи, полтретьего, вернее. Все спят, вот один нашелся не спящий. И нашел себе штаны. Я так был рад, вот это просто пипец, не передать. В общем, такие дела, ребят. Всем лайк. Смешные моменты дальнобойщика.